Итак, онлайн-голосование началось. И сейчас я вам покажу, ну, появилась уже страничка, все, еще проголосовать нельзя, потому что я записываю это за полчаса до начала, но появилась страница, я вам покажу, что нужно сделать, куда зайти, что нажать. По ссылке в описании будет указано как раз, куда нужно перейти для того, чтобы проголосовать. Но прежде чем я покажу, хочу вас попросить, пожалуйста, не ставьте заранее лайк этому видео. Давайте сделаем так. Если вы проголосуете за меня, вернитесь потом на это видео и поставьте лайк. Таким образом мы сможем сделать свой такой внутренний контроль количества голосов. Когда вы перешли по ссылочке, вы увидите вот такую вот страничку. Коротко тут записано, что, куда и как. Тут протокол, форма поиска, это после того, как вы проголосовали, можно будет найти свой голос и проверить, учтен он или нет. Нажимаем «Роспечати». Тут у нас три подтверждения. То, что вы подтверждаете, что вы гражданин, даете разрешение на сбор и обработку персональных данных и соглашаетесь с условиями. Нажимаете «Я не робот», капчу эту. Ну и дальше продолжите. Вот, ну, если сейчас я нажму, то просто покажет, что голосование еще не распочалось. Если вернетесь назад, тут есть еще вот, была кнопка «Распечатать голосование», а был список кандидатов. Возможно, если вы не знаете, меня зовут Савенко Иван Володимирович, я иду под номером 35. Как вы видите, никаких однофамильцев нет, поэтому не ошибетесь. Всего 43 кандидата на 15 мест. То есть, в принципе, не такая уж сложная задача. Я надеюсь, у всех получится проголосовать. Если что-то будет не получаться, пишите под видео и будем этот вопрос как-то урегулировать. Заранее благодарю всех, кто примет участие в голосовании. И еще хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто поддержал, сделал репост. В Фейсбуке я видел, постили уже информацию. В принципе, этот ролик тоже можете закинуть во все соцсети, на каналы себе, куда угодно, для того, чтобы привлечь побольше внимания. И голосование будет длиться ровно 24 часа. То есть, если вы прямо сейчас не смогли проголосовать, то спокойно можете приехать домой после работы и дома спокойно проголосовать. И еще раз напомню, пожалуйста, просто так не ставьте лайк. Поставьте лайк только лишь тогда, когда вы проголосуете. И тогда мы сможем сопоставить количество голосов, которое будет финальное в протоколе, с количеством лайков, которое будет под видео, и поймем, обманывают или не обманывают, или все по-честному.